Приветствую всех на моем канале Одесса 16 декабря. В результате массированного обстрела в Украине сегодня утром повреждены около 9 объектов генерации, а также электроподстанции. Это ограничило работу атомных станций. Об этом заявил министр энергетики Галущенко. В Одессе трамваи и троллейбусы заменят автобусами из-за постоянных аварийных отключений энергоснабжения вследствие российских атак. Также есть официальная информация о том, что сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых Х-101, «Калибр» и Х-22. А также 4 управляемых авиационных ракеты Х-59, Х-31П. Об этом сообщил Залужный. Уничтожены 60 ракет. Желаю всем доброй ночи. Берегите себя.